В данном гайде мы рассмотрим все существующие синие модификации персонажа. Разберемся, как они влияют на игру, а также неочевидные особенности некоторых отдельных модификаций. Мягкое приземление или парашют. Уменьшает физический урон от падения, однако урон по выносливости остается. Максимальная высота, с которой можно прыгнуть и не разбиться, 17 метров. В любом случае, лучшим будет третий уровень модификации. С ней вы сможете падать с любой высоты, не получая урона. В описании парашюта сказано, что скорость падения уменьшается. Но это не так. Уменьшается высота, с которой можно спрыгнуть без приседания в конце. К тому же, парашют спасает только от физического урона. То есть, урон по выносливости от падения остается, и после приземления вас будет легко оглушить. Дальше мы рассмотрим особые модификаторы без уровня, которые можно использовать только со 195 ранга персонажа. Однако, если ваш персонаж еще не достиг данного ранга, вы можете купить временные версии этих модификаций за джокер-тикеты. Они не имеют ограничений по рангам. Жесткое приземление. Убирает приседания после падения, увеличивает урон по персонажам, на которые вы приземлились, на 75%, но увеличивает урон от падения на 10%. Крутая, но в то же время требующая умения модификация. Можно прыгать и стрелять, а при приземлении не терять драгоценные секунды, за которые противник может вас убить или скрыться. С должным умением играть вы будете получать меньше урона от падения. Трюки на автомобилях или карсер. Позволяет вам ездить на крыше автомобиля. Из минусов тут только то, что вы уязвимы для вражеского огня. На крыше автомобиля можно ездить и без этой модификации. Для этого нужно взять в руки тяжелый предмет и присесть. При этом нужно быть аккуратным. Выступающие части автомобиля могут вас сбить. Упаковка велозипама. Увеличивает устойчивость к столкновениям с автомобилями. Машине нужно будет двигаться быстрее, чтобы вас сбить. Важно понимать, что велозипам не дает вам неуязвимости от столкновений с автомобилем. Просто машине потребуется двигаться быстрее для того, чтобы вас сбить. На этом список синих модификаций подошел к концу.